Всем привет! Вы на канале Ухтышка и с вами Наташа. Сегодня покажу, как сделать еще двух персонажей радужных друзей. А начну я с красного. Красный радужный друг Ред – это тот, кто организовал ваше похищение в игре. Именно он периодически выходит с вами на связь и рассказывает о существах, которых вы можете встретить на своем пути. Скорее всего, Ред является неким ученым, который создал это странное место со всеми монстрами там обитающими. Ну что ж, предлагаю вам последить за процессом создания красного. И если он вам понравится, можете шить себе такого же. Вторым на очереди будет желтый. Только этот персонаж не из официальной четверки из игры, а просто арт, который придумали фанаты. Поэтому точной информации о нем нет. Вы можете сшить себе такого желтого по моему видео. Или же можно купить в интернет-магазине. Ссылку на них я оставлю в описании. Thank you.
Thank you.
Вот такие забавные персонажи у меня получились. Спасибо, что досмотрели до конца. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте делиться этим видео с друзьями. Всем пока!